Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощнику решений домашних заданий. Номер 14, урок 15. Найди значение выражений. 20 прибавить x разделить на 2 и 20 прибавить x разделить на 2 без скобочек. Если x равно 8, 12, 26, 42, что ты замечаешь, как это можно объяснить? При x равном 8, 20 прибавить x, деленное на 2. Подставили значение, получили 14. 20 прибавить x, деленное на 2. Подставили значение, получили 24. При x равном 12, подставляем значение в первое выражение, получаем ответ 16. Во втором случае подставляем ответ во второе значение, получаем 26. При x равном 26 подставляем значение в первое выражение, получаем 23. Подставляем значение во второе выражение, получаем 33. При x равном 42, 20 прибавить 42 разделить на 2 равно 62 разделить на 2, получится 31. Во втором выражении 41. Посмотрим, чем отличается значение в первом выражении и значение во втором выражении, выполненном без скобок. Разница в ответах на 10. 14 и 24, 16 и 26, 23 и 33, 31 и 41. Если у вас возникли вопросы или предложения, вы можете оставить свои комментарии под видео.